Ну вот сегодня у нас понедельник. Сегодня приезжали две сестры. Сестра Галина и Елена. Убирали, наводили порядок везде в храме, там везде. Вот, и вот сейчас вот до субботы я обычно на всю неделю выпускаю кошек, которые у нас тут сидят в подполе. Вот так вот делаю столы. Это для того, чтобы бывает прохладно. Я хоть и топлю, но все равно прохладно тут в доме. Чтобы они на пеноплексе лежали и могли почевать. Потому что от него тепло идет. Когда руку прикладываешь, сразу тепло тебе отдается. Ну, вот так делаю скамейки, чтобы они не могли пенопласт уронить, потому что он легкий. Уже пробовал. Скамейки они не опрокидывают. Наоборот, еще в них когти свои точат. Вот сейчас вот засниму, как они оттуда выходят. Я уже вот резинку убрал, что у нас прикрывает эту яму. Это у нас буска первая. Рыжий, рыжая. Это поменьше, это рыжая. Это рыжик. Вот чернушечки. Один, второй. Да, где остальные? Чернушки. Где наши чернушки? Ну, рыжик, как обычно, прыгает, скачет. Хочет, чтобы его погладили. Рыжик, рыжик, рыжик. Рыжая моя тоже полосая коточка. Буска, буска, буска. О, третья появилась. Третья чернушечка. Ну, бусенька, моя хорошая пугливая коточка. Ну, третья, четвертого не хватает. Чернушечка. Чернушечку до голодца, моя коточка. Ну, да, рыжик? Да. Два. Чернушечка. Чернушечка, это моя хорошая коточка. Вот она ласковая. Ну вот, вот она заскочила. Да. Мур-мур. Это что такое у тебя, да? Он сразу свет включился. Да-да-да-да, напугало мой телефон-то. Но... Свобода вам тут, да? Это не в подполье сидишь там. Вот. Ну, в следующий раз засниму, как я их там кормлю утрами. Сейчас пока только вот так вот. Ну все, ухожу. Свет выключаю здесь. Пускай они тут... Рыжая, ну ты зачем дерешься-то? Ну... Драчунья. Рыжий тут старается всех строить. Вот четыре черных. Вот они. Двое внизу, двое вверху. И трое наших кошек. Два рыжих. Да, рыжик. Ну все, оставайтесь тут. Я пошел. Все, отойди, 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 отойди. Раз стулом подпирал пару пачек, но ну, они один раз открыли у меня. Была даже неприятность из-за этого. Потому я сейчас нашел вот пачки с нидами. Они тяжелые. Эти уже кошка не выдавить их. Все, забываю про шпингалет взять себе. Что шпингалет сделать на дверь, да, не мучиться так. Ну вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.